Здравствуйте, с вами Олег, вы на канале Олег Games. Мы продолжаем игру Dragon Age Inquisition. Так, попытка номер два. Я хочу таки, блядь, выиграть. Выиграть хочу, аж не могу. Эту, сука, кодлу, блядь, бздючую, которая здесь вылазит. Так, тихо, 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 тихо. Я сразу... Я нихера не вижу, честно говоря. Так... Так, давайте пока это не делаем, или что, я даже не знаю. Так. Так, этого словили. А вы что стоите, блядь, дрочите? А, вот этих надо валить, значит, первых. Боже, неужели Варик, блин, стал с расстояния стреляет? Варик, что такое? А вот ты, Гондон, еще тот. Так, подождите-ка. Так, это здесь. Этого. Я не понимаю, нахера на такое расстояние? Стоять, блин. Так, подожди, подожди, дорогая, что ты? Сейчас будет тут еще веселее, мне кажется. Так, тихо, тихо. Малышня. Варик, я вот не понимаю тебя, блядь. Ты чё, блядь, самый кобздец, блядь, зверь. Я просто, ну, я не могу это понять, честно, ребята. Блять, это говно еще меня травит, блять. Надо следить за жизнью. Блять, ты коза дурная, блять. Не следишь вообще ни хера за здоровьем. Ну, мы все можем. Закрывать нахер этот провал, блядь. Фу. Так, значит, надо, видите, кидать этот вот. Как эта херня у меня называется? Статическая клетка и не мрочить себе одно место. Фу. Так, это что за говно, не знаю. Так, все берем. Уровни подняли. Где эти говнюки? Есть. По-моему, еще кто-то был. Так, а тут что-то может быть интересное? О, Михуил. Валите его. Есть. Мне интересно, что тут за...
Так, давайте глянем карту. Ага, тут что-то даже есть. Так, сохранимся бы тут. Был нехилый замес, и мы все-таки смогли закрыть этот разрыв. У нас еще один остался. Он там эти вот, блядь, мощные колдуны. Это, блин, это что такое? Карта фермерских угодий с пещерой. Понял, будем искать. Может, уже сразу там нам засветили, куда идти? Где-то здесь какая-то пещера, блин. Может, эти пещеры, что мы уже нашли, блин? Хрен его знает. Так, хорошо. Ой, сундучок спрятали от меня. Сучки. Это у меня есть. Одни и тоже те же шлемы, нахер кому-нибудь срались. О, там уже будут эти задания, да? А тут где-то есть какой-то проход. Давайте сюда сначала пойдем. Вот там еще один ящик. Этот сундучок есть. Оп. Громовой посох. В сраку его. Это куда взялось? Несчастье. Тут вроде бы ничего нет. Так, это вот мне обязательно надо взять. А ты чё? Есть. Так, взяли собачью кожу. Еще один сундук. Что тут? Одни сундуки вокруг. Кольчуга ученика. И щит какой-то. О, щит, кстати. Все берем. Кстати, мы же уровни подняли. Сейчас выйду отсюда. Кто опять? Мишка, ну что ты, блин, издеваешься надо мной? Откуда ты берешься? Отымели медведя. Так, еще какая-то добыча. Это с лисы, наверное, бедная осталось что-то. Так, это все, конечно, хорошо. Так, где я? Ага, вижу. Так, так. Да, давайте сохранимся. Я сейчас... Там уровень поднялся у наших соплеменников. Так, Салас, что там? Может, пора что-то уже серьезно мутить с огнем? Ой, может, стену такие ему тут? Давайте. Огненный парень все-таки, как ни крути. Так, Балрог это я. Варик, малыш, ты давай-ка как-то уже начни что-то делать умное. Ого. Да, вот это я беру. Так, а вот это ему... Нахер не надо. Черт, это умение, он все равно у меня без меч, без этих, без кинжалов. Кассандра, дорогая. Так, это мне тоже надо, чтобы оно более устойчивое было. Это кобыла. Все. Сделали свое дело. Так, что у нас тут?
О, это что за движ? Что-то не понял я. Странно, давайте сохраняться, бо я вижу, там битва грядет непростая для нас. Малыши, карандаши. Тихо, тихо, тихо там. Так. Так, ща этого надо усыпать. Так, а подожди, а что она тут активировала? Ух, оборона, потому что у нее, смотрю, тут броня, блин, подскочила так. Прилично. Так. Ну чё, разгромили их здесь, к чёртовой бабушке. Ой, блядь, чё, Михуил тут? Откуда ты взялся? Так. Надо быть внимательным. Здесь что-то может быть, какой-то сундучок, по-любому. Засели тут в камнях, а? Так. Это что за хрень? Опять разбойник. Что-то все разбойником тут. Хорошее. О. Драконий камень. Так, давайте глянем. Может, тут что-то реально не заметили. Его знает. Так, еще одну добычу завтыкали. Так, теперь эти вот еще колокольчики возьмем. Так, хорошо. Так, ну все, больше вроде ничего такого. Ага, вот еще есть. Кинжал. Да, тут разбойник был бы интересный. Кстати, если у нас появится именно какой-то такой чувачок, я бы хотел его, конечно, бы натаскать. О! Привет, собаки. Крутая вещь. Ха-ха! Так. Так, еще одни колокольчики. Отлично. Так, ну все, тут мы уже как бы... Теперь осталось нам только в эту сторону. О-о-о, это что за глубинный гриб? Ничего себе. Что-то редкое. Железо. Все, возвращаемся. Ой, я там еще вижу какую-то хрень. Да, этот грибочек пригодится, я думаю, нам. Так, я надеюсь, тут никто больше не появится. Это сейчас опять эти, блядь, бандюги будут еще раз замес с ними, не? А вон есть опять какие-то пришельцы, блядь.
Че, издеваются, что ли? Все, до свидания, ребят. Так, можно взять добычу. Есть. Те чаще всякие. Меня вот что интересует. Здесь какая-то дорога как бы есть, но я ее что-то не вижу. Это сюда проход. Так, этот сундук мы находили. Может, тут что-то? Тут что-то вот есть. Ага, это, наверное, вот эта вот пещерка, в которой мы были, да? Больше здесь, да, больше здесь нихера нету. Ну, блин. Давайте идем, там пару заданий есть, сейчас можем выполнить. А в конце попробуем на этот разрыв пойти. Может, получится выиграть, но там действительно тоже сложно. Не знаю, будет видно. О, эти колокольчики, я их так называю, так. Ой, блядь, какой здоровый малый. Он явно тут не один. Там мишка. Так, хорошо, давайте, ребята, вот что мы с вами сделаем. Жалко, что лиса попала туда там. Есть. Прям здесь добыча под ногами была. Ничего себе. Так. Шипастый щит. Так, где это я тут? О, здесь еще есть эта херня. Так, давайте вот что теперь сделаем. Так. Надо посмотреть, может, их во что-то денем. У меня тут вообще хрень какая-то. Так, что это за говно такое выпало здесь. Так, тут сплошные кинжалы какие-то. Вот что у меня это. Тут двуручные. Это тоже... Нет, одноручный. Бля, 9 уровня. Подруга, ты там какого, наверное, 8-го, небось? Да, ты 8-го, блядь. Да это вообще 2-го. Блин, это было бы неплохо, конечно. А щит, что тут по щитам? 11-й, да? Ага, такой есть. О, есть 12-й можно взять и... О, ёб твою мать. Максимум, так, максимум обороны, 2 силы защиты спереди, вот. Вот это я понимаю. Смотрите, какой щит шикарный, ёб твою мать. Так, это уже радует меня. А так, а что еще? Жалко, что мне вот на этот тесак 9 уровень тут впендюрили. Так, а что по доспехам? 9, 9, 9. 4. 4 у меня у самого есть. 15. Ага, так и есть. Тут уже 21. 6. Бронька. Нет. 94. Тут на 9 уровень. Жалко. Блин, я бы напялил ей вот этот 120. С удовольствием. Хоть щит ей, блин, дали. И тоже к защите очень классно. Ну, давайте... Ага. Thanks, Varric. We believe you. See you around. Do not
not pretend to be an innocent bystander. I could have done far worse with full justification. Oh, yes. Thank you for not torturing me. I'm so much happier now. Ух, ничего себе. Кстати, я не знаю, что она там делает впереди. Так, возьмем добычу. Так, я просто смотрю, что у нее тут. Мне просто вот что надо сделать поведение. Дорогая, ты можешь пользоваться все. Логика, выбор цели. Так, все это нахер. Просто это не надо, блин. Все. Чуть-чуть поменяли, посмотрим, что она даст. Ну, а надо что-то делать. А что мне еще остается, блин? Хрен поймешь тут. Как тут разрыв закрыть? Там реально тяжело. Я сейчас все возможные способы просто. Привет, Мишка. Медвежья шкура. Так, а где это я вышел вообще? Еще какой-то, блин, хер знает поместье. Какое-то очень даже знакомое где-то это поместье. Большой меч, редкостный. Оскверненная руна там еще есть. О, блядь. Блядь, это что, двуручный или нет? Сука, это двуручный меч. Блядь, ну он просто зверский. Скажу-ка я вам честно. Так, там какие-то ребята у нас тут еще бродят. Сейчас камушки пособираем. Ничего, сейчас их накостыляем им. Если мы уже сюда присыпали. Ага, да, так. О, привет, ребята. Все. До свидания.
Так, можно добычу теперь собрать. Тотем какой-то, блядь. А? Клинок с одного... С одним лезвием мне не подходит. Так, где-то мне взял один цветочек. Так, давайте глянем, что у нас тут вообще по заданию получается. Тут есть еще какая-то дорога. Вон, можем этих перебить. Куда этот вообще побежал, я так и не понял. Бегают где хотят. Бедного тут лесу еще задело ненароком. Ядовитого облака. Ага, это больше для разбойника. О, застопорило чувака. Так, все, хватит понемножку. Давайте идем дальше. Так, и там еще куда-то есть дорога. Хрен поймешь, куда идти. О, тихо, чувак, ты что, не можешь уже сюда скарабкаться? Смотрите на этого дебилоида рогатого, блядь. Так, тут куча всяких заданий, хочется... Бля, да тут целая крепость этих, да? Получается, чепушил. Мишка, ты откуда взялся? Херово, знаете чего, блин? То, что у меня жизни не так много. А я не знаю, что тут будет за замес. Так, большие неприятности. Тут у нас есть... Есть условия возврата, я смотрю. Ну, погнали. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Может, мы здесь кого-то уже найдем где-то, хоть какого-то чувака. Мне нужен двуручный чувак, обязательно, вместо этого колдуна огненного. Или вместо Варика, я уже даже сам не знаю. Вместо кого лучше. Туда еще дорога есть какая-то. Так, типа великолепная усадьба. Оу. Сейчас мы посмотрим, где тут еще находится. Этот окуляр такой. Чик. Оп. Есть. Ууу, есть. О. Так. Так, где-то что-то я тут не увидел. А, блядь, а тут еще спрыгнуть надо. Все, 5 из 5. Потом найдем. Блядь, надо сохраниться, ну его нахер. Чем черт не шутит. Есть.
Хороший доспех, кстати. Я хочу этот... Ага, есть. О-о-о. Хорошие тут вещи падают, кстати. Я тут доспех нашел какой-то. Так, давайте глянем, что с этим доспехом можно сделать. Тяжелый доспех. Но он для воина, но он очень прикольный. Давайте. Где это наша Кассандра? Блять, это здоровье, защита. Давай, малыш. Будешь теперь с этим ходить. Не, ну это такое я брать точно не буду. Так. Сохранимся. Так, это что у нас тут? Это понятно. Большие неприятности. Так, тут надо осмотреться, я думаю, хорошо. Ёптель, какой сундучок. Знамя. Так, ну все, поднимаемся наверх тогда. Что-то тут должно добыть. Культ разбойников. О, привет. Пока он там дойдет. Уже нахватался люлей. Так. Ага, можно сюда пойти. Блять, такое говно опять. Шлемы какие-то, галимые такие. Я не знаю, как лучше тут. Лестница есть. Давайте глянем, что тут за помещение. Ага, и здесь лестница. Так, давайте запомним. Здесь лестницы у нас. Есть две. А, вот эта лестница. А тут можно подняться. Ну, давайте поднимемся. Я сомневаюсь, что там какой-то будет прямо с той вершины переход. Но что-то интересное тут точно должно быть. Так. Может, тут дозорный даже, кстати, какой-то быть. Эльф-гном-человек. Эльф-гном-человек. Так, здесь где-то... Или... А, это там, да, была эта херня? Ага. Катапульта. Угу, угу. А там... О, и туда можно взять. Так, элемент мозаики взяли. Все, я понял. Так, спускаемся. Еще на ту сторону сейчас пойдем. Отлично. Да, здесь такая довольно большая территория. Что, честно говоря, не может не порадовать. Опа, какой-то враг уже. Приближается там, я вижу. До свидания. Так, боевой топор есть тут какой-то даже. Так, тут можно осмотреться. Ага, это тут мы бы сюда могли повернуть. Тут
Куча осадных оружий всяких. Так, я хочу подняться наверх. Я думаю, там должна быть лестница. Ну, я надеюсь на это. Иначе мы сейчас просто перейдем на ту сторону. А, здесь никакой лестницы нет, а наверх. Ну, понятно. Ну, прикольно здесь, кстати. Так. Ты откуда здесь взялся? А, это уже неинтересно. Ого, предводитель наемников. Я уже вижу, что парень серьезно настроен. Блять, у него еще какая-то там броня. Девятого уровня, чувак. Я считаю, он серьезный будет уже этот. Есть. С него, кстати, может что-то очень хорошее выпасть. Вот что очень важно. Чик. Отменный доспех авангарда. Боже мой, какой он охеревший. Да-да-да-да-да. Это что за здоровый предмет? Плюс 100 максимального здоровья, блин. Так, ребят, извиняйте, я уже себе этот поясок пиндерю. Блять, магия духа. Какая нахер источивость к магии духа? К магии духа. Можем разве что вот этому дать устойчивость какую-то. На, чувак. Пускай носит. Так, давайте, блин, там броня для Кассандры просто охеревшая. Так, ну тут понятно, боевой топор, это все. А вот бронюш, так, шлем даже там какой-то у нас появился. Вот она. Отменная, тяжелый доспех, уникальный. Знак только еще туда бы всунуть. Да, подруга, ты теперь будешь просто зверь. Да, удачно мы сюда зарулили, скажу-ка я вам. Опять, блядь, кольца. Мне бы кто-то в комментах разъяснил, что это за кольца такие. Так, это укрепленный доспех разведчика 101. 101, а что у него стоит? Варика 100. 6 уровня, а тут... Да, получше будет, согласен. Так, давайте глянем, что тут есть. О! Ключ, отлично! Валамарский ключ. Сможем открыть теперь туда дорогу. Так, какое-то письмецо. You fight hard, Seeker. We would be dead if I did not. Так, а в этом саду чё? Ууу. До свидания. Так, здесь где-то нычка есть. Бля, мне уже скоро с инвентарем будет полная жопа. Так, где-то здесь, да? Ага, вот лестница. Давайте вот так сделаем.
Блять, этих сундуков здесь как грязи. Бля, нету. В принципе, это говняный шлем. В нем никто жалеть не будет, то что разве что можно было его продать, сохраниться. Вдруг сейчас упаду, хрен его знает. О, видите, что я говорил? С моими кривыми руками, возможно, все. Хотел с места вперед прыгнуть и прыгнул. Так, дайте папки. Оп. Боже, чуть не убился, блядь. Есть осколочки. А ну, свалите. А, сука! Осколок. Аж... И задание тут еще есть. Так, хорошо, давайте по осколкам пойдем. Я просто не помню, где какие находятся. Но мы сейчас тут, если что, все найдем. А, вижу. Так. Приныканный тут осколочек. Так, еще оникс. Так, дальше что у нас? Тут есть осколок. Просто уже, знаете, чтобы тут закончить. Я бы даже отсюда мог, в принципе, по ним фигачить, но... Давайте подойдем ближе. А расхреначили этот... Этих разбойников. Так, где-то здесь был какой-то спуск. Его еще... Вообще можно назвать спуском? Можно, хорошо. Привет, ребята. Так, всех тут можно дрючить. Блять, опять добыча. Пошло нахер это кольцо уже. Так, этого сейчас зафигачим. Так. Тут какая-то добыча, давайте глянем. Щит хромовника. А это мне нахер не всралось. Так, давайте этих еще тут убьем. Ага, это добычу уже смотрели. О, что он тут всех перевалил? Мишка просто красавец. Михуил, как ты посмел? Зубы Феникса, и то я не смог взять. Угу. Ёпта мать, да он всех тут перебил. Сучка, мы тебя сейчас наваляем за это. Блядь, эти, кстати, его чуть-чуть только покромсали. Медвежьи когти всрались мне. Ого, подождите, куда нам надо сыпать. Так, а что-то поближе есть тут? А тут я видел еще один. Вот туда аж надо пилять. Я пока еще туда не хотел. Хотел вообще-то еще наверх тут забраться.
А потом в сторону идти только. Так, давайте глянем. Угу, красиво. Так. Так, где-то здесь. Вот, нашли. Блять, и тут мишка. Ну что такое? Кстати, можем сюда подняться, по-моему. О, тут колокольчики есть. Оп. Все, взяли. Блин, там бесконечно эти появляются. Или мы уже просто отошли далеко? Да, отошли. Так, давайте, наверное, здесь где-то сохраняемся. У нас еще есть осколок внутренних. Так, осколок где-то здесь еще. Ну, давайте глянем, где это. Подождите, это где-то здесь осколок. Ага, это здесь. Боже, я же думал где-то. Есть. Так, нам еще остался один осколок здесь. Сюда задание. Посмотреть, что тут. Это что такое? Ага. Так, это я помню, что за хрень. Тут надо открыть будет дверь этим ключом. Да, у нас уже почти все на этой территории. Окей. Так, с вами был Олегыч, и это канал Олегыч Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.